Сегодняшняя тема. Как сообщили в фонде, отчет о количестве собранных средств будет опубликован в двух местах, на сайте благотворителей и на портале «Выгода.ру». К настоящему времени сделано более 200 пожертвований. Благотворительный фонд создан для помощи как отдельным пациентам с различными тяжелыми заболеваниями, так и для организации хирургического лечения эпилепсии в Петербурге, помощи пострадавшим при ДТП, пострадавшим от ранее оказанной неадекватной или непрофессиональной медицинской помощи. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.